Azamat. Başla sağ sağ. Hadi gel. Сваляш чемпионка, вы карс вылем бастагам дит. Он говорит, что работает начальником отдела по борьбе с коррупцией, ему ничего не будет. Очередное ДТП произошло в полночь на углу улицы Казыбек-Би и проспекта Рыскулова. Здесь столкнулись автомашины Nissan Palmera и ВАЗ-2115. В аварии никто не пострадал, автомашины понесли незначительный урон, но, по словам водителя ВАЗа, владелец Palmera управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. Я ему посигналил, начал проезжать, а он меня стал зажимать, и мы ударились. Я подошел к нему, сказал: ты что делаешь? Вижу, а он пьяный. Майор говорит какой-то. Прибывшие на место ДТП полицейские попытались усадить водителя Ниссана в спецмашину, но сразу выполнить указания полицейских мужчина отказался. Тем не менее, сотрудники полиции доставили его в наркологическую экспертизу. Сейчас они выясняют все подробности происшествия и решают вопрос о возбуждении административного дела. Еще одно ДТП произошло спустя полчаса на Тамерлановском шоссе, недалеко от той ханы Туран. Здесь в аварии пострадали автомашины Volkswagen Passat и Lexus. По словам водителя Passat, обе автомашины двигались в одном направлении. Затем при попытке обгона водитель Lexus ударил Volkswagen сначала сзади, а потом сбоку, повредив бампер Passat. Совершив ДТП, владелец Lexus попытался уехать с места аварии, но не справившись с управлением, въехал в арык на обочине дороги. Водитель Volkswagen вызвал на место ДТП полицейских, и сейчас они уточняют все подробности этого происшествия. Днем в 15:58 сообщение о пожаре поступило на пульт 101 с проспекта Таукихана, дома номер 11. Здесь загорелся балкон одной из квартир, расположенных на четвертом этаже. Уже через 6 минут на место вызова приехала первая бригада противопожарной службы. Всего же на тушение пожара прибыли 4 спецмашины и 24 человека личного состава, а также бригада врачей Центра медицины катастроф. В течение 11 минут борцы с огнем пламя локализовали, а еще через 17 минут пожар был полностью ликвидирован. К счастью, в огне никто не пострадал. На балконе сгорели некоторые домашние вещи и рамы окна. Сейчас дознаватели управления ПЧС Шымкента выясняют причины возникновения пожара. Утро 1-го, на месте. 13-го, тусковый пояс.